Вот что скрывала Россия. Обман раскрылся. Ну что, друзья, всем привет, вы на канале Тайна НЛО. И мы сегодня с вами разберем несколько удивительных фрагментов. А вы до конца досмотрите, поставьте лайк или подпишитесь. За последнее время много чего интересного происходит. И в первую очередь, друзья, то, что происходит, надо как-то узнавать. События, реально это все происходит или нет. Есть множество событий, которые от нас скрывают. Вооружение, тайные орудия и так далее. Но кто за этим стоит? Кто-то считает, что это стоит, скорее всего, какие-то власти, а кто-то говорят, что это стоит те люди, которые создают новые технологии. Ну вот вопрос для тех, кто хочет знать правду. Почему все это происходит прямо у нас, на глазах? Есть множество событий, которые не утверждения и не хотят говорить правду. Но почему тогда множество людей знают про эти технологии? Они скрывают и скрывают постоянно. Почему множество таких летающих объектов создаются для того, чтобы контролировать какие-то страны, какие-то события и так далее? Ведь это все похоже на какой-то фейк. Но это мое субъективное мнение. Есть множество других технологий, которые создаются для того, чтобы та часть людей, ну, не думали, что нет НЛО. Все-таки реально знать правду о том, что, скорее всего, космические корабли есть. Их очень много. Но вот вопрос для тех, кто хочет знать правду. Что Байден, что Путин, что Трамп, что все другие страны, они знают про несколько интересных технологий. Ведь каждая страна сбивала НЛО, каждая страна пыталась уничтожить какие-то там сверхсекретные данные о объектах НЛО. И даже были случаи, даже сбивали. Но за последнее время даже они утверждают о том, что, скорее всего, будут необычный формат событий, вторжения объектов НЛО на Землю. И тут сейчас готовятся в основном многие чиновники. Но опять же, это было сделано, когда Конгресс сам заявил о том, что мы не в силах остановить вторжение НЛО. Но представьте на самом деле, если так и есть, они прибудут, а может их и нет, это часть какой-то технологии, которая появится скоро. Ведь множество людей, которые реально будут знать правду, они будут в шоке от того, что их будет ждать. Множество наших зрителей, конечно, задают один и тот же вопрос. А если даже Трамп знает все про эти технологии, он что-то будет менять? Нет. Потому что это сверхсекретные технологии, а когда сверхсекретные технологии, это, друзья, происходит досконально странным путем. Новые вооружения, необычные технологии, опасная армия или что-то еще. Представьте, летающие объекты меняют траекторию в мировых событиях. А Трамп, конечно, понимает ситуацию, ему легче скрывать реальные события, которые могут произойти. Опять же, это мои догадки, но вот посмотрите это видео. Это необычный видеосюжет, который вы сейчас наблюдаете. Никто не может дать пояснение к тому, откуда они берутся, почему они берутся и для какой цели. Ведь каждый человек не понимает ситуацию. А ведь эти технологии очень-очень опасны. Вы даже про них еще не знаете, но они создаются для того, чтобы не пугать людей, а создавать видимость. Например, множество объектов НЛО часто замечают именно в горах, там, в лесах, в полях и в океанах и морях. Вы не задавались причиной их появления? Ведь самый маскировочный момент – это Черное море, в
горах это снежные глыбы, снега и так далее. Ведь в горах всегда происходят уникальные моменты. И спутник их даже тяжело заметить. Но что на самом деле происходит дальше? Дальше происходит то, что множество зрителей и подписчиков не задаются одним и тем же вопросом. Что и как это может произойти? Ведь множество летающих объектов меняются и будут меняться. Вот, например, один из этих видео кадров, которые вы видите, заснял очевидец, когда два туриста или человека заметили, что рядом с их автомобилем находится какой-то необычный объект. Они подумали, что это что-то наподобие розыгрыша и начали подходить к нему. Вы видите эти уникальные кадры, как утверждают данные, это видео где-то было заснято в Грузии. Но опять же, множество событий, которые мы с вами, друзья, видим, слышим, не оправдывают ситуацию. Поэтому множество технологий просто засекречены. И засекречены так, что нам это не узнать никогда. Но это, друзья, только полбеды о том, что на самом деле происходит. Ведь множество технологий, которые создаются, их создают для того, чтобы они напоминали о новых секретных разработках. Поэтому множество людей или даже видят НЛО, но потом они меняют траекторию сообщений своих мыслей и сразу понимают, что это не так. Но на самом деле тысяча и тысяча НЛО движутся на нашу Землю. Это так и есть. И от этого не уйти. Но если это не НЛО, тогда что это может быть? 50 на 50. Ведь все эти технологии, которые на самом деле происходят, никак не оправдывают ситуацию. Поэтому технологии, которые на самом деле есть, друзья, они скрывают реальность и необычность. Поэтому множество событий, которые на самом деле есть, это опасное оружие. Это не термоядерные ракеты или что-то наподобие. Это что-то другое. Поэтому, если вы хотите знать реальные события, то вы должны понимать, что множество таких моментов, они происходят неспроста. Технологии бывают разные, оружие разное. Но сейчас, за последнее время, меняется все вокруг. Мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем, кто за этим стоит. Но такие технологии, которые сейчас мы с вами, друзья, видим, это уже не первый случай. Тысяча и тысяча лет назад эти технологии находились под землей. Но кто-то их-то выкопал, но это еще точно неизвестно. Но правда то, что множество таких технологий, которые мы сейчас с вами видим, друзья, это очень интересный момент и очень странный. Как вы думаете, если это, друзья, происходило в этот месте, то представьте, что будет происходить дальше. Я, конечно, удивлен в событиях и в технологиях, но если это окажется реально оружие других стран, то это будет странно. Ну а пока что мы видим такие технологии, это уже опасно даже смотреть. Ставьте лайк, друзья, подписывайтесь, ну а я с вами прощаюсь.